вот мои покупки в магазине Ашан. Потратила я 996 рублей. Горошек по 59 рублей и 59 рублей. Кукуруза, горбуша 69. 195 рублей килограмм сосисок с говядиной. Цветная капуста 180 рублей килограмм. Хурма, ну это типа королек сладкая, который не вяжет, 70 рублей килограмм. Здесь у меня 2 килограмма. И две упаковочки рыбки. Вот эта рыбка иваси копченая, 40% от этой цены. Скидка будет 40% от этой цены. Так, изначально килограмм ее стоит 419. Вот и все мои покупки. Пока!